Уже традиционно в предновогодние дни выставочный зал «Жемчужина» превращается в большую ярмарку. Рождественский базар – это площадка, где в одном месте собрано все, что ищет каждый в преддверии зимних праздников. Подарки от ценных для родных и любимых до сувениров для коллег и соседей. Приятные мелочи и разные угощения, в том числе сладости. Например, рождественские пряники. Гостей рождественского базара ждут приятные сюрпризы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничные гуляния, конкурсы, лотереи, шоу-показы коллекций. Для всех наших горожан и для гостей нашего города это выставка, праздник, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, покупка прекрасных вещей. Здесь также присутствуют производители ювелирных изделий. Очень широкий ассортимент, большой выбор, праздничное настроение и поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством ждет вас на выставке «Кубань. Рождественский базар». Еще одна выставка «Кубанская ярмарка» предлагает своим гостям все виды продуктов и сырья для их производства. Мед, мясо, специи, грибы. На выставке все то, чем славятся российские регионы. На ярмарку приехали из Дальнего Востока, средней полосы России. И, конечно, кубанские производители, чья экологически чистая продукция отличается высоким качеством и невысокими ценами, что крайне важно в современной экономической ситуации. Кубань – это кормилица. Хочу сказать, что так получается, что вот именно в городе Сочи, вот в канун праздников, и вообще организовывают часто эти ярмарки, и приятно прийти увидеть и нашего производителя. Кубанская ярмарка, уверены организаторы, станет отличной площадкой для заключения договоров напрямую с производителями. Выставки «Рождественский базар» и «Кубань-2014» будут работать в гранд-отеле «Жемчужина» до 21 декабря. Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.